На сегодняшний день департаментом коммунальной собственности не было выдано ни одного разрешительного документа, позволяющего организацию какого-либо вида деятельности на песке, то есть на пляже. Для того, чтобы предприниматель имел возможность организовывать свой бизнес на арендованной территории, необходима схема размещения объектов и паспорт пляжа. Сегодня данного документа ни одного предпринимателя в связи с карантином, в связи с сложившейся ситуацией в стране не существует.